Каких выпускников хотят видеть у себя работодатели и в каком направлении развиваться учебным заведением, чтобы готовить конкурентоспособных специалистов? Этот вопрос обсуждали сегодня за круглым столом директора предприятий и представители научного сообщества. Выпускники хотят найти работу по специальности, директора предприятий получить квалифицированных сотрудников, руководители учебных заведений повысить рейтинг вуза. По сути, звенья одной цепи. И решение тоже одно – практикоориентированное обучение, когда студенты решают реальные практические задачи на примере конкретного предприятия и втягиваются в работу по специальности как можно раньше. Тот опыт, который я имею, говорит о том, что без участия самих работодателей в учебном процессе достичь вот этого, так сказать, вот этой динамики, так сказать, ну, довольно трудно, потому что ну, вузу сложно зачастую значит, следовать в русле тех изменений технологических, например, на том широком фронте, по которым готовит вуз специалистов. Чтобы вырастить себе кадры, работодатели готовы не только брать на практику и предоставлять для обучения оборудование. Готов даже доплачивать студентам в течение 2 лет какую-то минимальную стипендию, допустим, 5-10 тысяч, в зависимости от его способностей. Если он устраивается, отрабатывает 3 года, пожалуйста, все аннулируется, да? Если он не устраивается к нам, попрошу вернуть деньги. Из пожеланий работодателей вузам вести дисциплину о повышении производительности труда. Педагоги обещали рассмотреть такую возможность, даже если придется ломать выстроенные учебные планы. Я благодарен работодателям, то, что вы всегда инициативу проявляете, соответственно, несмотря на свою занятость. У меня пожелание одно, несмотря на трудности, двигаться. И те решения, которые мы должны принимать на уровне органов власти, мы всегда принимали и будем принимать. Также сегодня состоялось вручение дипломов выпускникам. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.